Всем привет на моем 224-м стриме. И сегодня у нас будет на стриме особая игра, так сказать. Ну, особая она потому, что она от отечественного разработчика из Новосибирска, Акакий Петрушкин. Ну, многие мои подписчики, которые также подписаны на Фабино, уже видели наверняка, может быть, у него прохождение. Ну, в общем, этот разработчик ко мне как-то зашел на стрим. И, ну, я уже я знал про эту игру, как бы, и, как бы, договорились, что я ее постримлю, он мне ее подарит, то есть ключ даст в Стиме, и я ее постримлю. Ну, правда, там произошел небольшой косяк, он сказал, что отправил мне его там, потом он мне не пришел, но я ему написал в ВК, но все-таки ее дал, и я ее с удовольствием сейчас постримлю, потому что, в принципе, так на вид, мне вроде она понравилась. Ну, посмотрим, как будет в геймплее. Я буду играть, как обычно, на геймпаде, потому что в версии 1.1 уже добавлена поддержка геймпада, есть ачивки, еще что-то там, монеток он добавил. И привет Фабино, Just Observer, Гоги Бастие, который на рейпе прошел четвертый мир за 9 часов за присест. Пека-пека. Превозмогая просто боль. Да, и она теперь в окне запускается. Привет, Снап. Правда, язык нужно при каждом запуске почему-то выбирать. И привет, Турбик. Итак, где моя музыка? Странно. Ну, короче, червяк вылез, украл глаз у чувака и все. Это сюжет, короче. Привет, Айкор. Вот. Ну, как бы, типа, незамысловатый сюжет. Настроек никаких нету, написано просто, что контроллер он. Есть какие-то шапки. Дефаут. Пацанчик 228. Корона Торна. Торнса. Торна. Не знаю. Типа дитя, цветок, хз. Фес. Не знаю, что такое фес. Анонимус. Джевиш Кэп. Хорнс. Ну, понятно. Это что за пикет кэп? Элита. Вот, давайте за элиту играть. Russian Style, Ушанка. Графонорожденный. Это вообще хз, что означает? Бандит. Иллюминати. Странно, а вот это с глазом. А нахрен ему глаз искать, если у него есть глаз? Поздолку сюжета за раз. А, это я их еще купить должен. Всё, я понял. Я думал, типа, это сейчас мне доступно, я что-то думаю, странно. Окей, ну давайте, все, новая игра, поехали. Так. Прыжочек. Одинарный прыжок у нас есть. X рестарт. Back. Headshot. Окей, я понял. Старт меню. А, ну, понятно. ЛС, вот. Ну, в общем, управление элементарное. Как обычно. А, бутафория глаза, ну я понял. Белес, привет. Ну, почему у тебя такое ощущение? Ой, а какая там рестарт, а, X? Так, сейчас надо привыкать к управлению. Ух ты ж, какое оно резкое, это управление тут. Кто там говорил за час, да, про это? Ну, посмотрим. Это был самый простой уровень, я на нем уже умер несколько раз. Нет, на стрелки нельзя ходить. Ну, в смысле, на вот эти стрелки нельзя ходить. Только на стик. Да, лол. Блин, надо это взять вот это. Ну,
Так. Ой, она даже не задевает. Да тьфу ты, блин. Рисковатая такая физика. Так, надо приноровиться. Оп. Ух ты ж. Ну, как бы изначально вообще не было поддержки геймпада. Это типа спасибо, что еще хоть такую добавил. А, да что я зуплю? У меня все, у меня привычка, что есть двойной прыжок. Вот честно, это привычка просто. Я привык, что такие вещи можно перепрыгивать двойным прыжком. И это жесть, от этого сложно избавиться. Ой. Не, ну я могу на клавиатуре играть, я же привык там в Айване на клавиатуре играть, но я подумал, что... Ну зачем? Тут как бы это не требуется. Тут нет там... Да что такое? Я не о том думал. Тут нету лунной походки там, да, тут нету спама какого-то, ну не нужен какой-то спам. Поэтому почему я должен играть на клавиатуре, если можно расслабленно играть на геймпаде? В принципе. К тому же все равно новая механика. Когда ждать спидран? Ну, на обычном бомжатском паде есть кнопка мод, которая меняет... Да, знаю, бывает. Это на этих, на DualShock'ах, по-моему, DualShock'ах вроде есть. Привет, пророк. Ну, постепенно буду привыкать к физике. Она очень резкая. То есть гравитация огромная просто, огромная гравитация. Не, надо же монетки все собрать, я так понимаю, да, иначе. Хотя ачивки за все шапки нету. Я уже глянул, какие есть ачивки. Ну, короче, в целом можно все ачивки, кроме одной, открыть при первом же прохождении. Давайте потренимся. А чё я затупил-то? Можно же вот так сделать. А, нет, стоп, я назад не вернусь, да? Да, я назад-то не вернусь. Наверх. Так что не затупил. Но можно потренить все равно прыжки там. Двойной прыжок, где ты? Где двойной прыжок? Фабино, небось, уже был на каком-нибудь там 10 уровне, пока я вот это вот с этим вожусь. Тут монеток-то, наверное, было меньше. Привет, Авасет. Без дабл-шифта тяжело будет, ну, что-то да. Короче, ладно. Ага. Ну, нет, надо монетки собрать. Нет, надо монетки собрать. Так это из Боши спёр, по-моему, эту фигню, нет? Да что ж ты делаешь-то?
Ну, микрина. Не, ну со стиком, конечно, тут есть проблемки определенные. То есть, как бы со стиком немножко тяжелее выставлять нужное положение. Чуть такое. А что это красное, я не понимаю. Ой. Да, кроме больше такой фигни никогда в играх не было, за что. Одну монетку не собрал. А я могу купить уже что-то? А почем они тут самые дорогие? 30, 35, 40, 45, 50. 50. Ну давайте. Продано. А она вообще не сменилась, я не понял. Сейчас, что-то. А как посмотреть, который я уже купил? А. Понятно. Сейчас пойдешь проходить Ниндзя Гайдена. Так, на стике хочешь не хочешь, дополнительная микроинерция пока. Да, 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 есть немножко. Снап. А, понятно, нельзя задевать это, да? Причем еще дверь исчезает. А, нет, задевать можно. Так. Ну это easy timing. Или как это назвать? Ах, там шипик я не заметил. Да, я знаю, что ты... Ну ты же говорил мне, ты чё? Мы же разговаривали с тобой на эту тему. Я знаю, что ты пойдёшь Devil May Cry за стрим проходить. Фу ты, блин. Какую я монетку пропустил? Какую я монетку пропустил? Вы чё? Я не понимаю. Про какую монетку вы говорите? Я сказал, Ниндзя Гайден пойдёшь стримить? Да, я, значит, вообще о другом дома сижу. Вот и все. Так, ща. Ща, давайте вначале вот это затреним. Ага. Изи карточка. Фу ты, блин. Ну да, такие глупые смерти, я вообще.
Да не знаю, Снап, ну что, ну что ты? Как получается? Ну, рисковатая, наверное, физика чуть-чуть все-таки. Угу. Ща. Ща размикрим. Да лол. Тут уже тайминги пошли. Да блин. Ну сейчас, если будет слишком тяжело, то я на клавиатуре, наверное, перейду. Надо будет ему написать, чтобы он на стене крестовины летел, можно было что-то. Внизу, справа, типа бонус или что, без понятия. Конечно, если это варп, то по идее я могу не брать ключи и туда пойти. Стоп, а там как я его возьму, если там шипы слишком близко? А я могу еще шапку купить? Изи пропрыгнешь, тут что, такие хитбоксы стрёмные, что ли? Ну блин, погнали туда, сходим. А, ну типа они вообще не кусаются, да? Я понял. Авейденс? Или чё? Ну да, надо ключа дождаться. Интересно, насколько тут рандомно все? Блин, ну он... Я же жал. Да не, ну почему понесло? Ну есть возможность в игре, я использую, почему нет? Я же хочу всестороннюю игру посмотреть. Просто, то есть, интересно, здесь может попасться неразмикрываемая ситуация. Привет, Алексей Альферов, и удачи, Пупино. Я после этой игры зайду тоже. Расскажешь сюжет. Да блин, ну... Мне кажется, тут может попасться такое, что нельзя размикрить. Ну или, по крайней мере, очень сложно. Ну, то есть, дисбаланс явно присутствует, скорее всего.
Жадина? Да ладно, ну... Ну, немножко. Да блин. Тут еще есть ачивка за 1000 смертей, так что... Так что я все правильно делаю. А тот уровень типа вообще не надо было проходить, что ли, или что, я чуть не понял. Не пойму, как это взять. Счетчика нет. Счетчика не завезли. Блин, я не понимаю, как взять эту монетку. Хрен с ней. Да блин. Да что ж такое? А музыка-то рестартится. О, как на стике это сложно микрить-то. Вот это вот, тяжело пододвигаться чуть-чуть на стике. Да, рестарт музыки, он такой. Да господи, там с самого краешка надо что ли прыгать. Так, а камни меня эти убивают, я так понимаю. О, я помню этот уровень. А, там внизу убивает лазер, лол. Да какую монетку, лол. Так, здесь не по времени, а по количеству уничтоженных глаз. Мне вообще-то надо глаз один собрать и все, и гулять. А вместо этого я убиваю глаза. По-моему, логика тут не вполне ясна. Привет, Эпсилон. Да, лол. Там, по-моему, кстати, с краю можно стоять вообще беспалевно. Ну, там, правда, со стиком, конечно, еще замикрить надо. Сейчас, можно, короче, туда на пролом, мне кажется, бежать, а обратно уже монетки можно собирать. Ну, как-то так.
Так, и тот самый уровень, где Фубино сидел очень-очень долго. Посмотрим, почему. Блин. Хэ-хитбоксы. Ну, не знаю, может он физику изменил. Ну, автор. Так, понятно. Я пока не разобрался с этими крутилками. Фу ты, блин. Ох. А, тут я пока не придумал алгоритм. Я, честно скажу, я у Фабино не запоминал ничего. Я так просто видел там, ну, что-то крутится, что-то он там микрит и все. Я не запоминал, что именно такие порядок действий или типа того. Тактики какие-то, как бы сильно со стороны на это смотрел, поэтому сейчас все с нуля изучаю. Все. Да лол. Не, ну по-моему, не знаю, мне нравится игра. Только музыка бы вот не рестартилась. Но вообще приятная, согласитесь, приятная. Мне прям, не знаю, мне доставляет удовольствие играть. Ну только вот, да, вот, ну, не знаю, по-моему, рестарта музыки, мне кажется, не было, когда Фабино играл. Но уровни довольно разнообразные, я бы сказал, то есть... Заставляет как-то по-новому механику чуть-чуть использовать. Ох ты ж. Привет, тролля Ивана. Как там выпрыгнуть? Платформер без даблджампа непривычно, но не знаю. Там можно размикрить? Что-то я сомневаюсь.
Блин. Ого, там хитбокс у ключа. Вы видели хитбокс у ключа? Я за километр его взял. Да, сразу ловить налево, но я понял, да. Ой, что я сделал сейчас? Я забыл про эту штуку. Этот фут ты в лоу. Да лоу. Да ну нафиг. Понятно. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, уже босс? Ой, нахрена я рестарт нажал? Это я, мне так понимаю, мне надо только уворачиваться, я же не могу атаковать, правильно? Ага. Так, там надо идти к шипу и перепрыгивать через шип, короче. Второй шип летящий и перепрыгивать одновременно шип, который над землей. Ну, босс на запоминание, я так понял. Ой, что-то я не среагировал вообще. А, он еще стреляет, блин. Или там все такие просто слева возле него стоять постоянно, и типа легче будет, по идее, размикрить. Потому что они летят-то там с задержкой. Да лол, ну что ж я. А он убивает, да? Ну понятно. Не, ну музыка приятная в игре. Ну, я думаю, можно таким образом размикрить, надо чуть-чуть просто получше микрить. Кэкраб. Не могу я привыкнуть немного, лол. Да, ну, не, ну то, что на боссе музыка рестартится, это как бы нормально. Да что же я лол делаю? Не знаю, Бебес. Я все время забываю момент, когда оно вылетает. Плохой сюжет. Ну, сюжет такой, да. Ну, как бы. Ну, прогресс, типа. Нет оптайм. Привет, покер. Ну, я в 14:30 начал. Ой, в 14:50 я начал. Босс лол, чё? Картофель, ты чё там? Там под чем? Что происходит? У него чё там горит, что ли? Как я должен был этот тайминг поймать? А, там восклицательный знак появляется. Понятно.
Закраплено. Ну, я же заметил, что вы внимательности. Ну, как бы с первого раза заметить это все-таки сложновато. Не, разработчик не на стриме, но я его позвал. Он сказал позвать, я позвал. R-реакция. То есть я ему написал, но он, видимо, не, ну, сейчас где-то занят. Может, на учебе или на работе. Все? Эй, отдай глаз! Вот он. 173 смерти, блин, я ачивки не открыл на смерти. Бодрый музончик такой. Музыка хейтбит, видимо, можно еще обращаться. Не знаю, мне нормально, такая быстро, ну она короткая, да, то есть у игры как бы недостаточно, она очень короткая, я ее прошел за 35 минут. За 35 минут я прошел игру, но как бы мне понравилось, но маленькая она, да. Давай, пророк, удачи. Ну тут есть ачивка без смертей пройти. Да, Фубино 4 часа проходил, ну... Как бы, и что, Стап, ну и что? Каждый играет как умеет, я чё я теперь? Я не считаю, что это прям какой-то зашквар или чё. Давайте шапки купим. Купил. Да ладно, я... А как... Он же сказал, что вроде он добавил монет так, чтобы можно было все шапки собрать. У меня ачивки не открылись, кстати, ни одна. Привет, Сава. Ну-ка, подождите, сейчас перезапущу. Ни одна ачивка не открылась. То есть там и такие ачивки, как взять ключ, пройти первый уровень, умереть 100 раз, купить шапку Иллюминати, которую я купил, собрать 100 монет. Найти секретную комнату. И пройти игру. Вот эти ачивки должны были открыться, у меня ни одна не открылась. Ну, сова, ну я уже прошел за 35 минут. Ну, в Steam написано 39, но я там еще тестировал на захват просто. Ну, короче, 35 минут. Игру, вот, и... Ну, как бы... Да, Steam очень короткий получился, ну просто крохотный, да, но я, вы знаете, я не играю в несколько игр на одном стриме, то есть я могу сейчас завершить и даже начать что-то другое, но этот стрим точно заканчивается. Divine Divinity, я не знаю такого. Ну вот, ну так что как бы... Нет, ачивок, игра не пройдена, ну лол.
В общем, все. На этом стрим заканчивается. Ну, может, я сейчас еще чем-нибудь постримлю. Вот. Да, ну, может, айванки. Ну, посмотрим. В общем, все. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Увидимся.